В этом году все как-то говорят, что у нас какой-то кризис. Ребят, я вот после того, как сделал вот этот замечательный материал о фирме Ермак, обратил внимание, что кризиса никакого-то и нету. У нас прекрасно строятся новые дома, причем в таком количестве, что, господи, да где же они раньше-то были? У нас замечательно строятся дома и коттеджи, потому что мы говорим про фирму Ермак. Дело в том, что фирма Ермак выпускает вот эту самую замечательную тротуарную плитку. А как я посмотрел и в каких количествах она укладывается, да, это говорит о том, что люди завершают свои деятельность, в смысле формирования коттеджей, потому что это концовка. Так где же найти фирму-то Ермак? Теперь будет, ну, скажем так, немножко понятно, как сюда проехать. Это 14 участок. Поворот на калибровку вот здесь он находится, а сюда находится наш замечательный кислородно-конвертерный цех. И именно здесь, прямо вот здесь, фирма Ермак. И мы бы, конечно, могли долго вам показывать, как получаются вот эти стройные кирпичики для фасадных работ. Но это ли вам надо? Ну что такое производство? Гораздо лучше посмотреть, как это выглядит в действительности. И четко потратив собственные такие необходимые бензогазовые нужды, мы вам покажем, как это делается. Это, конечно, стало для нас недешево, но вы должны посмотреть, как из дорогого цемента делаются финишные работы. Кстати, я, наверное, понял, что сейчас кто-то украшает огород стройными рядами травки, а кто-то занимается финишной отделкой. И самое забавное, если раньше это были шлаконаливные кирпичи, то сегодня-то гляньте, все, что можно и в любой расцветке. И мы говорим про кризис? Так вот, никакого кризиса для магнитки нет. Если кто-то, а точнее фирма Ермак, умеет это делать вот так. Плитка отличная. Пилится хорошо, ну и сами видите то, что она красивая. Плитка плиткой, а бордюрчики-то найти надо бы где, а здесь получается все в одном месте. Да, это тоже вот хорошо, то что и бордюры, плитка все в одном месте делается. А это еще один дом, поселок Радужный. Кстати, к слову о поселках. Я просто вижу, как поднимается то, на что ранее я бы не подумал. Люди просто выключили красный свет и сегодня развиваются. Такая штука появляется внезапно. Был косяк, а его и не стало. Раньше я ждал только травку, а сегодня, ну вы посмотрите. И это только благодаря фирме Ермак. Мы внезапно можем показать многим, что наши дома в раз стали лучше. Причем лучше большинства застроек класса люкс из Турции. Потому что там кирпичи, а у нас... Я обратил внимание, что здесь вот в огромном количестве продукции фирмы Ермак укладывается. Мы вот здесь смотрим, это огромное помещение от одного дома до второго, буквально, ну, метров, наверное, 50. Тут еще. Как укладывается продукция фирмы Ермак? Легко укладывается. А сколько она может прослужить вот так вот, если посмотреть? 15-20. 15-20 лет? Да. Ну что же вы, да не падайте, конечно. Все это круто и для того, у кого есть финансы. Но есть и более дешевые вещи. Ну вот, к примеру, поребрики и бордюры для поликлиники. Кстати, я обратил внимание на такой факт. Можно сделать круто из не самых дорогих материалов. Просто то, что делает фирма Ермак, это вам позволяет. Да потому что поребрики это метр. А то, что внутри, на ваш выбор. Самое главное, что это есть. Кстати, если кому-то необходимо будет отрезать цементно-составляющий материал, сделать это легко. Обыкновенный алмазный диск с этим справляется. Во многих местах клали вот эту замечательную плитку. У нас есть человек, который изготавливает ее. Качество там замечательно, идеально. Ну, как бы уже мы как, почти уже 5-6 лет занимаемся этой качеством, этой плиткой. Как бы все идеально, не сыпется, не, как бы не рыхли. Все замечательно, все хорошо идет, как бы работает. Я знаю, что первый объект, которым вы занимались, это был фонтан возле Дома Советов. Да, да, мы первый как все это делать, ну, было там на курантах возле Советов. Ну, как бы все идеально, все четко, все хорошо, не жалуемся. И куда вам теперь можно направиться? Телефончик я вам дам прямо сейчас. 14 участок местно трехзначного поворота на цех покрытий, на калибровку и начало дороги в город Металлургов.
Тут ускоряться-то и не надо. Замечательный поворот в аккурат рядом с трамвайной остановкой. Зайдите, посмотрите сами. И вот такое возможно случится, что я рано или поздно положу финальную часть, то есть тротуарную плитку от фирмы Ермак, которая располагается здесь, на 14 участке. Обратите внимание, сколько здесь различных наименований. То есть приехать очень просто. Выезд на калибровку вот здесь располагается, а сюда ККЦ. Заехали, посмотрели, купили себе. И радости очень много становится. Но, к сожалению, возможно и не в этом году. Потому как, понимаете, надо бошку немножко мне на место-то поставить. Вот. Ну а те, кто этим занимаются, да и хорошо, что у них все получается. То есть в этом году я не вижу никаких проблем. Дело в том, что кто-то там косится насчет комбината, я вам скажу, что у нас очень хорошее начальство комбината. И у нас металл движется куда надо, поэтому не надо тут нам говорить про то, что Магнитогорск где-то там что-то там и неправильно. Вот. Дома строятся, коттеджи строятся, все у нас будет хорошо. А вместе с фирмой Ермак у нас все будет на отлично.